весной, летом нет воды, осенью там нет топлива. Каждый год одно и то же. Структурная реформа... Мухтар Аблязов. За его спиной более 20 лет борьбы против коррупционеров и диктатуры. Создание политических партий, движений, финансирование оппозиционной борьбы. Завтра, послезавтра арестуют. Меня опять, скажем, обвинят во всех грехах. На него совершались покушения. Было похищение жены и дочери. Более 5 лет провел в тюремном заключении. Получил пожизненный срок на родине, а бизнес был полностью разгромлен. Власть продолжает заваливать его судебными исками по всему миру и добивается экстрадиции в Казахстан. Если это я сейчас не сделаю, то, мне кажется, желающих вот сказать все это будет не очень много. Пусть даже путем тех проблем, которые буду я испытывать, там, моя семья и так далее. Мухтар Аблязов стал голосом народа вне страны, который не перестает молчать, разоблачать коррупционеров и консолидировать гражданское общество с целью построения сильной и независимой демократической страны. Власти Казахстана предпринимают разные попытки добиться его экстрадиции в Казахстан. Если сейчас не выступить, у нас наступит перелом. Перелом в худшую сторону. Тогда будет точно 37 год. Экстрадиция Мухтара Аблязова в руки коррупционеров – это большой удар по народному сопротивлению. Разгромленный бизнес, иски по всему миру лишили его возможности защищаться самостоятельно. Сейчас ему необходима полномасштабная юридическая и публичная защита от незаконной экстрадиции и для получения политического убежища. Высококвалифицированная защита требует больших денег. Мы призываем поддержать кампанию по защите Мухтара Аблязова. Не дадим в руки коррупционеров и убийц наш голос оппозиции. Замолкнет голос оппозиции, замолкнет наша борьба. Вы можете перечислить средства через Каспий, используя международные переводы на имя Умыткин Ахметовой. Записать реквизиты вы можете, поставив видео на паузу, либо посмотреть на сайте. Ссылка на сайт доступна на инстаграм-странице Мухтара Аблязова. На сайте вы найдете реквизиты для перевода на банковские счета Freedom Kazakhstan Foundation, на счет Ахметовой Умткен, на счет в PayPal, а также ссылку на сайт Patreon. Для желающих перечислить на электронные кошельки, также на сайте доступны реквизиты. Сейф Мухтар Аблязов. Нет экстрадиции.